Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия: почему необходимо изучать диалектику? Ведет занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Тема лекции заявлена сегодня: почему необходимо изучать диалектику? И мы попробуем с вами разобраться в этом, может быть, не очень простом вопросе. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить с вами, что предмет, который мы здесь изучаем на протяжении большого количества лекций, это марксизм. Значит, ну и вот если коротко сказать о марксизме, что такое марксизм? Можно сказать, что марксизм – это исторический материализм. Вот. И основным произведением марксизма является «Капитал». Все это знают, все это помнят. Но вот если рассматривать «Капитал», то по, так сказать, что представляет собой «Капитал»? «Капитал» – это критика капиталистического способа производства. Или политическая экономия, вот так, как он предстает перед нами, когда мы его открываем. Если посмотреть на структуру этого основного произведения марксизма, то можно увидеть, что «Капитал», все знают, что он состоит из трех томов, и уже как только мы взглянем на название этих томов, на название этих трех книг, то мы увидим, что в этих названиях уже просматривается диалектическое движение. То есть, если первый том называется «Процесс производства капитала», то есть как то, изучаемый предмет берется как бытие, второй том называется «Процесс обращения капитала» или «Оборота капитала». То есть рассматривается отрицание данного бытия, как капитала как такового. И третий том – возвращение к бытию, к процессу капиталистического производства, но уже взятому как целое. То есть мы видим, что вот в основном, основное произведение марксизма, оно структурно, вот даже если просто на него взглянуть, оно подчиняется диалектическому движению. Если мы рассматриваем «Капитал», вот взять первый том «Капитала» и начать его читать, увидеть, что Маркс рассматривает и что он там говорит в самом начале, он рассматривает товар и говорит, что товар – это прежде всего вещь, обладающая полезностью. То есть прямо с первых строк в «Капитале», который является политической экономией, просматривается материалистическое понимание Марксом сути вещей. Сразу же можно сказать, что товарищи, которые пытаются как-то под товар, под эту вещь подвести услугу, еще что-нибудь, они прямо отрицают ту логику, которую Маркс вкладывает в «Капитал», и ту логику, которой подчиняется марксизм в целом. Если рассматривать, значит, первый том «Капитала», вот это основное произведение, рассматривает чисто экономические вопросы, то есть рассматривается развитие товара как такового. Товар в своем развитии, значит, рассматриваются различные формы товара: простая, случайная форма, всеобщая форма. Товар развивается как категория до денег. Потом рассматриваются более сложные экономические категории. И как бы мы находимся как будто в сфере политической экономии. И вот читая «Капитал», к самому концу мы замечаем, в частности, в главе
24-й историческая тенденция капиталистического накопления, мы находим следующее, что централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой, она взрывается, бьет часть капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприирует. Ну и вот оказалось бы, мы начали с того, что рассматривали чисто экономические аспекты, то есть политическую экономию мы рассматривали, вот товар рассматривали. Как бы, то есть перед нами возникали экономические категории, как бы те. И тут вдруг раз, экспроприаторов экспроприируют. То есть мы, и понятное дело, что поскольку в первом томе «Капитала» Маркс рассматривает, ну, он говорит не просто о каких-то экспроприаторах, которых экспроприируют, а рассматривает противоположность между классом буржуазии и рабочим классом. Поэтому понятно, кто такие эти экспроприаторы, кого они экспроприируют. И мы оказываемся вот так в движении изучения «Капитала», мы оказываемся уже в сфере, изучающей, вообще говоря, уже не политическую экономию, а научный социализм. То есть Маркс подводит к тому, и оказывается, что изучая политическую экономию, мы пришли к тому, что мы вывели ту общественную силу, которая объективно заинтересована в уничтожении капитализма, в экспроприации экспроприаторов. Чем научный социализм отличается от социализма утопического? Ровно тем, что в отличие от утопического социализма, социализм научный прямо указывает на ту силу, которая уничтожает этот капитализм, производит революционные изменения в обществе и, самое главное, которое объективно, не просто случайно по своим мыслям или еще чему-то заинтересовано, объективно, исходя из своих экономических интересов, заинтересовано в этом. Но вот давайте еще раз посмотрим. Мы взяли в качестве предмета изучения бытия политическую экономию, изучали, вдруг раз заметили, что мы уже изучаем не политическую экономию вовсе, а научный социализм. То есть наши выводы пришли в сферу научного социализма. Но если двигаться дальше, мы должны рассматривать вот эту анатомию классов, их отношения друг к другу. И мы увидим, что опять двигаясь вперед, мы увидим, что мы приходим к тому, что... Как говорит Маркс, существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства. Ну и мы попадаем из научного социализма обратно в исторический материализм. То есть получается, что вот в таком движении, в изучении марксизма, да, в его познании, мы видим, что мы взяли одну вроде как часть. Начинаем, изучаем, а она уже становится небытием. Мы уже другую часть изучаем. Третью взяли, опять то же самое происходит. И вот я сказал слово «части», и действительно это слово здесь не очень подходит, но, значит, как вы помните из изучения диалектики, что такое, когда вот мы берем нечто, берем что-то как бытие, и оно... То есть мы берем два противоположных движения в одном движении. Бытие переходит в ничто. То есть если мы взяли политическую экономию, она как бытие переходит в исторический материализм при изучении. А исторический материализм как бытие, вот только мы его берем, начинаем рассматривать, мы уже оказываемся в научном социализме и так далее. Вот эти, для того, чтобы описать то, что мы видим, те как будто бы части, которые мы видим перед собой, оказывается, что это никакие не части, а моменты, которые моменты марксизма, можно сказать. И в действительности все, наверное, читали работу Ленина «Три источника и три составных части марксизма». Ленин там именно в точности, вот так как я
здесь попытался изложить, рассказывает об этих частях, и он в тексте видно, что это никакие не части, а моменты, то есть неразрывные моменты одного целого, их нельзя разорвать. Но вот такое название, может быть, не очень удачное, оно многих товарищей наводит на мысль, что можно сначала изучать отдельно политическую экономию, потом отдельно изучить научный социализм, то есть сегодня я изучаю политическую экономию, завтра я изучаю научный социализм, а послезавтра я дойду до исторического материализма. И таким образом, вот шаг за шагом, я вроде бы как овладею марксизмом. Или, с другой стороны, если посмотреть, то, значит, философы пусть там изучают исторический материализм, экономисты пусть изучают политическую экономию, ну а там члены партии или еще кто-нибудь изучают научный социализм. То есть части, моменты, неразрывные моменты одного целого разрываются, и получается не живое марксистское учение, а действительно мертвое, закостенелое, и мы видим это, вот так происходит в понимании и изучении марксизма. Ну вот первое, что мы заметили на нашем пути, это то, что три момента моменты марксизма находятся в единстве. Но заметьте, что когда я начал говорить о моментах, о единстве, я использую не просто формальную логику, а я уже использую категории и термины, которые появляются в логике диалектической, в гегелевской логике. И это не случайно. Если опять вернуться к моментам марксизма, например, увидеть, ну, про политическую экономию, про структуру капитала я прямо сказал, что она вот как чисто как бытие уже предстает перед нами. Видно, что Маркс использует диалектический подход. Ну и если углубиться, вот, скажем, в рассмотрение первой главы «Капитала», где Маркс описывает товар, то там можно прямо увидеть, как категории гегелевской логики Марксом применяются и материалистически истолковываются к критике капитализма. И не случайно в этом смысле Владимир Ильич Ленин замечал, что нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, особенно его первой главы, не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Вот Жириновский здесь причем. Значит, мы видим, что понимание политической экономии и понимание капитала просто невозможно без овладением диалектической логики Гегеля. Но надо понимать, что диалектическая логика Гегеля – это не просто набор категорий. Это в действительности превратное понимание, понимать логику Гегеля просто как россыпь категорий, которые мы хватаем категорию и материалистически ее истолковываем. Вот это неверное понимание, хотя многие так пытаются изучить науку логики. Но для того, чтобы так ее изучать, надо просто посмотреть в оглавление науки логики и увидеть все категории там, выписанные по порядку. Ну, не по порядку, а в том порядке, который они появляются в движении логическом Гегеля. Так вот, наука логика – это не только россыпь категорий, и не столько категории, а переходы между ними, логические связи между этими категориями. Ну и вот кажется, когда мы говорим о диалектике, что, ну вот, вроде как Гегель был
идеалистом. Все это знают. И его система категорий, она, ну, как бы он идеалист придумал систему категорий, соответственно, она просто является движением мысли, и не более того. Такое понимание тоже неверно. И в этом смысле можно сказать, что когда Маркс и Энгельс говорят, вот в частности, Энгельс говорит в «Антидюринге» о том, что они Энгельса перевернули с ног на голову и начали материалистически истолковывать его диалектику. Вот в действительности они, получается, сами перевернулись, потому что они были младогегельянцами, а потом они начали применять эти категории к материалистически их истолковывать. А самое главное, то, что это не некие идеалистические категории материалистически истолковываются. В действительности, то движение мысли, которое развернул Гегель в «Науке логики», оно имеет под собой отражение того материального мира, который вокруг нас. То есть те категории, которые он использует в «Науке логики», они действительно являются категориями, которые он нашел в языке, он их не сам придумал, а в языке они отразились за многие года развития, ну, богатых языков. И значит, какие-то материальные основы отразились в языке, и, соответственно, то движение мысли, то движение категорий, которое мы видим в «Науке логики», это в действительности отражение отражение материального мира. Ну и да, значит, теперь, говоря о том, как, собственно, возвращаясь к марксизму и к его связи с диалектикой, можно сказать, что в действительности диалектика является, во-первых, методом марксизма. То есть все движение в марксизме подчиняется диалектической логике. И можно сказать, что диалектическая логика, диалектика является душой марксизма. В этом смысле интересным является то, что вот для того, чтобы кратко сформулировать, что же Маркс считал своим достижением, суть марксизма. Для того, чтобы это сформулировать, на самом деле Маркс это сформулировал сам в письме Иосифу Вейдемейеру. Он писал следующее: «Что касается меня, – писал Маркс, – то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл классы, не та заслуга, что я открыл борьбу между ними. Буржуазные историки задолго до меня открыли эти классы, а буржуазные экономисты описали анатомию этих классов. Что касается меня, пишет Маркс, то я сделал только следующее. Доказал следующее, что существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства. Это первое. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов». Ну вот, тут хотелось бы на этом остановиться и, собственно говоря, понять, а как же Маркс, что помогло Марксу показать, что он ведь не знал ни о каком коммунизме, он не видел этот коммунизм, не знал, каким образом будет происходить переход к этому коммунизму. Но он смог предсказать вот это движение. И почему он это смог сделать? В действительности, без диалектики, без диалектического подхода, Маркс просто физически бы не смог это сделать, потому что он бы не смог... Ну, то есть это было бы предсказанием вроде как случайным. А если пользоваться диалектикой, то сразу же становится понятно, когда если мы рассматриваем диалектические категории, в частности, категорию «нечто», и в этой категории различаются два
два момента – должествование и предел, то вот категория должествования – это выход, нечто в иное, выход за свою границу, в иное, момент выхода нечто за свою границу. И вот рассматривая капитализм как нечто, следуя вот этой логике, Маркс увидел, что граница капитализм ограничен в том смысле, что он ограничен частной собственностью на средства производства, и он выходит в иное, то есть выходит в коммунизм. Ну вот, для того, чтобы понять это, необходимо в полной мере пользоваться логикой Гегеля и использовать диалектический метод. Ну вот, если мы предположим, что мы не понимаем диалектических категорий, и, так сказать, диалектика для нас недоступна и закрыта, то возникает вопрос, как, например, объяснить само уничтожение капитализма. И действительно, товарищи, которые логики не изучают, объясняют уничтожение капитализма, как будто бы вот есть капитализм, его взяли и полностью уничтожили, стерли его. Полностью отрицаем, выкинем его, и ничего не останется, а на пустом месте начнем строить коммунизм, социализм, коммунизм в первой фазе, социализм и так далее. Вот это недиалектическое понимание, оно, во-первых, оно неверно. Почему неверно? Потому что, значит, капитализм действительно уничтожается, но диалектика дает категорию снятия, то есть отрицание с удержанием, капитализм отрицается, но при этом что-то из капитализма все-таки удерживается. Вот это что-то, этим что-то является крупное машинное производство, которое является основой социализма, и без которого социализм построен быть не может. Тем более не может социализм развиваться в полный коммунизм. Но вот также, если не принимать во внимание диалектику, то нельзя объяснить противоречия между классами. Если подходить со строго формальной логикой, то оказывается, что классы находятся в борьбе. И вот они борются, и ничего, кроме борьбы между этими классами, нету, не существует. То есть только борьба. В действительности противоречие – это не только борьба, но и единство противоположностей, единство классов, единство классов буржуазии и рабочего класса. И это единство, опять же, оно возможно за счет существования крупного машинного производства. То есть крупное машинное производство, крупное производство вообще соединяет классы, но и оно же, кстати говоря, эти классы и разделяет. Понятно, что если вот так вот с точки зрения формальной логики никак нельзя дать объяснение революции как созидательного процесса. Получается, что революция – это просто уничтожение одного и на его месте заново строительство чего-то нового. Опять же, между социализмом, между капитализмом и социализмом, да, то есть коммунизмом в первой фазе,
имеется переходный период. В этот переходный период в экономике имеет место многоукладность. Опять же, невозможно этот период понять и описать, кроме как при помощи диалектических категорий. И в частности, здесь применима диалектическая категория становления, то есть единство прихождения и возникновения, когда социализм, то есть коммунизм в первой фазе находится в возникновении, и одновременно он же находится в прихождении, потому что в борьбе это все происходит. И капитализм, с которым борется вот этот вот новый зарождающийся социализм, он находится в прихождении, соответственно. Прихождении, да. И возникновение одновременно, да. То есть вот эти два противоположных движения в одном движении можно описать только при помощи диалектической категории становления. При помощи других категорий формальной логики данное движение описать нельзя. Соответственно, нельзя описать, каким образом переходит одна общественно-экономическая формация в другую. В частности, непонятно, каким же чудом вдруг капитализм становится социализмом, если вот был капитализм, произошла революция, и на завтра должен быть социализм. Вот этот переходный период описывается категорией становления, то только так его можно понять. Следующий важный такой вопрос, который не может быть понят без диалектики, это существование классов при социализме. Все помнят или знают, или я напомню, что Ленин определял социализм как уничтожение классов. То есть вроде как классы есть, но они находятся, но они уничтожаются. То есть социализм – это та эпоха, тот период, когда происходит прихождение классов. То есть в действительности классов уже нет, нету антагонистических противоположных классов, нету буржуазии и рабочего класса. Но есть классовые противоречия, которые уничтожаются с развитием социализма. И надо сказать, что такое понимание вот, движения в социализме как уничтожение классов, именно прихождение классов и уничтожение классовых различий, точнее непонимание вот этих вещей, сыграло в частности роковую роль с социализмом, когда в 61 году партия под предводительством Никиты Сергеевича Хрущева сказали, что они выкидывают из программы диктатуру пролетариата, меняют цели социалистического производства, и вроде как уже через 20 лет коммунизм они обещали советским людям. Но в действительности, если понимать социализм как движение прихождения классов, уничтожения классов, именно так, как понимал это Владимир Ильич Ленин, то вообще нельзя сказать точно, через 20 ли лет получится построить полный коммунизм, через 30 лет. И вообще трудно сказать, что вот сегодня есть социализм, а завтра уже полный коммунизм. Вот эта граница, она, ее нельзя описать количественно. Но вот товарищи из товарищ Хрущев и его соратники умудрились это сделать. Пусть не инициировал. Да. Далее. Если мы говорим о диалектике, и вообще, если мы говорим о изучении общественного бытия, то нам каким-то образом необходимо описать категорию развития. Вот все говорят, все меняется, все развивается,
А что такое развитие? Вот с точки зрения... Ну, начнем с того, что такое изменение. Вот все говорят, все течет, все меняется. Как это описать изменение с точки зрения формальной логики? Ну, никак у вас описать это не получится. И вот те товарищи, которые диалектику не изучают, и описать категории изменения, которая всеобщая, вообще говоря, у них не получается. А в диалектике, прямо в первой книге «Учение о бытии», когда Гегель рассматривает изменяющееся нечто, он говорит о том, что нечто имеет момент равенства с собой и одновременно имеет момент неравенства с собой. И вот это вот эти два момента, когда их различили в нечто, равенство и неравенство с собой, мы получаем категорию изменения. То же самое с категорией развития, общественного развития в том числе. Если, значит, развитие понимается как движение простого к сложному, низшего к высшему. Но если рассматривать это как непрерывное движение такое, одностороннее, то это опять будет неверно. И в истории мы видим, что развитие имеет отходы назад, и у него есть вектор, у него есть движение, совпадающее с направлением развития, но есть противоположное движение, которое называется прогресс, которое называется регрессом, а движение, совпадающее с направлением развития, называется прогрессом. То есть в развитии тоже нужно заметить два момента, и это можно сделать, только изучая науку логики. Возвращаясь к тому, что думал и что говорил по этому поводу Владимир Ильич Ленин. В работе о значении воинствующего материализма он указывает, что все коммунисты должны стать материалистическими друзьями, должны образовать общество материалистических друзей гегелевской диалектики. Это с одной стороны. И с другой стороны он говорит, чтобы для того, чтобы марксизм был не сражаемым, а сражающимся, его необходимо изучать науку логики Гегеля и то есть видеть в марксизме вот это вот диалектическое движение. Ну вот, получается из того, что, значит, из того, что я тут попытался доложить, получается, что способность освоить марксизм может быть только у того, кто способен освоить гегелевскую диалектику. То есть прочитать-то «Капитал» и другие произведения марксизма можно, но усвоить без диалектики не удается. Вполне. Вполне усвоить, да. Усвоить можно, но не вполне. Так вот, получается, что для того, почему же необходимо изучать диалектику? Диалектику необходимо изучать для того, чтобы быть марксистом. То есть, с одной стороны, тот, кто не изучает диалектику, марксистом быть не может, потому что он не может понять ни того движения, ни метода марксистского, ни того движения категорий, которые разворачиваются в политической экономии. Он не может понять того, что какие законы
действует в прикапиталистическом способе производства, он не может отличить основной закон от главных законов и от других законов. Поэтому мы должны четко зафиксировать, что если мы хотим быть марксистами, мы должны изучать диалектику Гегеля. Это мы должны, как бы, вот я сейчас выражаю категорию должествования. Но с другой стороны, получается, что тот, кто диалектику не изучает и изучать не хочет, это заведомо не марксисты, это темные люди, которые, значит, что-то около марксизма читали, но они не могут считаться марксистами, а следовательно, они не могут считаться коммунистами. Вот, значит, и в заключение я хотел бы сказать о том, как, собственно говоря, эту диалектику следует изучать. По каким книгам и каким образом следует изучать. Вот можно читать разные книги о диалектике. В этих книгах есть много важного и нужного, за исключением только самой диалектики. Там очень много красивых слов, но диалектики как таковой нету. Поэтому тот, кто хочет увидеть прямую дорогу к изучению диалектики, тот должен брать науку логики, штудировать ее, изучать не только категории, которые там появляются, но переходы между ними. И, как говорил Энгельс, наука логики – это единственный компендий диалектики. Компендий критерий. Прямая дорога, краткий путь. И многим товарищам кажется, что задача неподъемная. В действительности, если вы начинаете изучать науку логики, читать, кажется, что очень сложно. Задача неподъемная, но, к счастью, нам могут помочь такие... Ну, значит, у нас есть возможность с вами изучать науку логики вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Владимир Ильич Ленин, 44 года, начал штудировать науку логики и делал краткие заметки о том, что он там изучил. В 29-м томе можно увидеть конспект науки логики, и по этому конспекту, сверяясь с ним, в общем, можно вместе с Владимиром Ильичем попытаться диалектику осилить. Кто диалектику не может осилить даже вместе с Владимиром Ильичем, тот, у того есть еще возможность изучать диалектику, в частности, в Санкт-Петербурге проводится кружок, который раз в две недели по изучению диалектики, на котором товарищи, которые хотят изучать диалектику, они не просто слушают ведущего Михаила Васильевича Попова, но и, значит, пытаются сами продираться через эти сложные категории и самостоятельно изучать науку логики и как-то на кружке только делиться или задавать вопросы. Поэтому я вас всех призываю, чтобы быть марксистами, изучать науку логики. Спасибо. Какие вопросы, Владимир Ильич? Есть вопрос. Будьте добры, дать определение, что такое диалектика, пожалуйста. Значит, вы этого не сказали. Диалектика – это раздел философии, который изучает движение логических категорий, наиболее общие законы движения мысли. Извините, вы... Выступления будут у нас. Так, нет, вопросы. Вопрос такой. Вы задали... Еще какие вопросы? Я задаю вопрос. Извините, я задаю вопрос. Вы сослались на Ленина. Сослался. На его философские тетради. Там, где Ленин конспектировал
науку логики Гегеля даны, наверное, десятки определений, что такое диалектика. Ну, хотя бы одно из этих определений. Пожалуйста, приведите. Я привел определение диалектики. Вам такое определение нравится? Пожалуйста, объясните, еще вопрос, хорошо. Объясните, как понимать, что противоречие становится тождеством? Пожалуйста. Я этого не понимаю. Противоречие становится тождеством? Да. Каким образом оно становится? Как сказал Ленин, 98-я страница этого самого тома. Ну, вы хотите, чтобы я комментировал страницы? Нет, вы объясните. Страницы. Вы хотите, чтобы я комментировал страницы? Вы объясните, как противоречие становится тождеством. Ну, я не вам могу ответить только одно, что комментировать конкретные страницы Ленина, или что вы имеете в виду под тем, что противоречие становится тождеством? Я имею в виду, что Владимир Ильич там сказал, это введено в рамочку, это приводится в философских словарях, но мне это выражение, что диалектика учит понимать, как противоречие становится тождеством, мне это непонятно. Вот объясните, вы специалист по диалектике, объясните. Значит, во-первых, сказать, что я специалист по диалектике, так можно, но я человек, который изучает диалектику, пытается изучать диалектику. Это первое. Во-вторых, давайте начнем с того, что такое противоречие. Вот вот противоречие становится тождеством. Вы знаете, что такое противоречие? Для того, чтобы вот определить. Вот вы сказали, противоречие становится тождеством. Объясните. Это Ленин сказал, он хочет прокомментировать. Ленин написал 54 тома текста. Я должен сейчас комментировать 55, каждую строчку. Вот я вам хочу сказать, что для того, чтобы понять, как противоречие становится тождеством, вам нужно сначала понять, что такое противоречие и что такое тождество. Что такое противоречие? Будьте любезны, объясните. Значит, мы на сегодняшней лекции мы не изучаем диалектические категории. Я могу объяснить вам, что такое противоречие, но это будет выходить за рамки текущей лекции. Противоречие – это единство и борьба противоположностей. Следующие вопросы, да. Вопрос. Пожалуйста, вопрос. Да. Я одну вот вашу статью читал очень внимательно. Так. Вы пишете, что вот некоторые люди считают, потому отказались от марксизма, что социализм оказался несостоятельным. И вы утверждаете, что дело на самом деле было с точностью наоборот. Вот отказались от марксизма, поэтому и союз рухнул. Вот у меня вопрос теперь. Вы тут рассуждаете как идеалист. Получается, ни с того ни с сего народ поменял свое общественное сознание, и от того его общественное бытие грохнуло, социализма не стало. Вам не кажется, что вы как идеалист стали в этой статье? Я ее только сегодня читал. Во-первых, мне так не кажется. Я вам сказал, что в развитии есть два противоположных движения. Прогресс и регресс. Ну вот в развитии социализма, который был на территории Советского, который был в Советском Союзе, развитие пошло в другом направлении, в регресс. А что почему оно пошло? Вы хотите узнать, обсудить, почему был уничтожен социализм в Советском Союзе? Давайте по порядочку. Значит, я правильно понял ваш вопрос, что вы хотите узнать? Нет, вы рассуждаете, как идеалист. Нет, я не рассуждаю. Не рассуждаю. Есть вопрос, есть ответ. Следующий вопрос. Отказались от марксизма. Да, вот не сразу же взяли и отказались. Что? Получается, поменяли общественное сознание. Борьба идет, противоположности. Борьба противоположных тенденций. Соответственно, тенденция регресса победила в тот момент. Вот мы должны сделать так, чтобы тенденция прогресса победила. Вы сказали, что те, кто не знает науку и читал науку Гегеля, не могут быть марксистами, и значит, они не могут быть коммунистами. Да. Вот я не так сказал. Я сказал, кто не изучает. Кто не изучает. Не может быть. Кто не читал. Кто не читал, не изучает. Значит, у меня такой вопрос.
во времена, так сказать, подготовки и совершения социалистической революции для партии большевиков. Вы полагаете, что рабочие, которые составляли ядро этой партии, они изучали науку Гегеля? Все? Нет, все не изучали. Не изучали. При этом, а были ли они коммунистами или нет? Ну, мы можем сказать, что в тот момент... Согласно вашей, они не были коммунистами. Нет. В тот момент они могли быть коммунистами. Сегодня мы знаем, у нас сегодня у нас. Великой Отечественной войны, когда он я отвечу. Шел в атаку. Хорошо, давайте вы задаете вопрос, я на него отвечу. Партию, да? Давайте вы задаете вопрос. Я читаю навыки логики Гегеля. Прошу включить себя считать коммунистом. Вы считаете, что это не имело, сказать, право, да? Все, я можно отвечу на вопрос? Да, спасибо. Значит, мы, историческое движение, оно движение, является движением. И когда я говорю о сегодняшнем времени, мы имеем перед собой то развитие, которое прошел Советский Союз, и то развитие социализма, которое было в Советском Союзе. И мы видим перед собой это развитие, и мы видим, что Советский Союз был уничтожен. И анализируя причины уничтожения Советского Союза, мы можем сказать, что в том числе и важную роль сыграла в уничтожении Советского Союза отказ от марксизма, в том числе от диалектики. Поэтому сегодня тот, кто не изучает и не хочет изучать диалектику, он не коммунист. Вы не ответили на вопрос. Вот ответил, спасибо. Следующий вопрос. Как считаете? Ну, небольшой вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. На эту же тему можно? Нет, все. Нет. Следующий выступление. Владимир Ильич вот так вот упорно занялся наукой логики 44 года. Это правда. С вашей точки зрения, марксистом он до 44 лет не был? Или он в 20 лет уже был марксистом? Значит, я еще раз повторяю, я, возможно, выразился не так, я говорю сегодня. Сегодня тот, кто не изучает диалектику, и я не сказал, что даже, можно сказать, не хочет изучать диалектику. Вот мы всем рассказываем, что изучайте диалектику, надо изучать диалектику. Вот весь марксизм пронизан диалектикой. Сегодня мы это рассказываем всем вот перед миллионной аудиторией всего интернета. Вот сегодня... Тот человек, который говорит, я не буду изучать диалектику, я не хочу изучать диалектику, он не коммунист. То, что было там с Владимиром Ильичем, конечно, Владимир Ильич был коммунистом и марксистом. Еще вопрос? Да. Пожалуйста. Вот вы вначале сказали, марксизм и его диалектика – это исторический материализм. Я вот считал, что марксизм отлит из единого куска стали, и его законы, его диалектика – направлены и на человека, и на общество, то есть на исторический материализм, и на природу. Так диалектика, вот как вы считаете, ее законы природу отображают? Значит, природу как я сказал, да, и, значит, если мы говорим о диалектической логике Гегеля, примененной и материалистически истолкованной, конечно, отображают. И, да, это хороший вопрос, я забыл сказать. Что в действительности, если говорить о естествознании и, скажем, о науках физики, химии и других, значит, то, как диалектический метод и диалектические категории применяются, могут быть истолкованы вот в этих науках, прекрасно показано в работе Энгельса «Диалектика природы». Значит, там многие вещи с позиции сегодняшнего дня, с позиции развития сегодняшней науки выглядят так несколько, ну, непонятно, поскольку если сознание шагнуло очень далеко вперед. Но в целом вот метод, как применять диалектический подход в естествознании, там это дано. То есть учение марксизма и его диалектика касаются природы в том числе. Конечно, природы. Спасибо. Да? Вопросы переходим к поступлению. Пожалуйста. Товарищи, моя лекция называется «Диалектика о диалектике», да? Вот чтобы более актуализировать ее, конечно, можно было бы ее назвать так, о значении диалектической логики. Потому что диалектика – это… Диалектическая логика – это, по сути, разные слова для обозначения одного и того же. Логика
она, в общем-то, начиналась с Аристотеля. Не начиналась, а была создана Аристотелем формальная логика. Но если брать просто диалектику, то тут можно начать, что вот там были во времена Аристотеля еще форма ведения разговоров от слова «ди», там «два», друг с другом, диалектика и так далее. Диалектика в современном смысле – это наука логики Гегеля. Можно ли без науки логики современной исследовать адекватно как естественно-природные явления, так и законы общественной жизни? Конечно же, нельзя. И вот если мы посмотрим на Ленина, то мы увидим, что он принимал сложнейшие решения, скажем, решение о позиции поражения правительству в войне, принятие решения по Брестскому миру, принятие решения по переходу к НЭПу. Это сложнейшие и неочевидные решения, которые далеко не всем были очевидны, но которые показали свою правильность. И вышло так, что Ленин, который жрал поражение правительству в войне, вышел спасителем Отечества, а Краснов, да, патриот великий, он на немецкие деньги и немецким оружием, и содержащий добровольческую армию на эти немецкие деньги и немецкое оружие, сражался против России, и потом фашистов поддержал, и все те, кто выступали патриотами, навели на нашу землю интервентов, которые бы, конечно, если бы Ленин их не прогнал, не ушли бы сами. Вот это вот показатель того, как надо мыслить. Ленин был ли марксистом Ленина до того? Да, конечно, был. Он читал Маркса, читал Энгельса. И, конечно, читая плотно Маркса и Энгельса, вполне можно нахвататься диалектики и оттуда. Но изучение, штудирование именно науки логики – это кратчайший путь к изучению диалектики, компендии, как называют компендии, это кратчайший путь, простейший, кратчайший путь к изучению диалектики. И Энгельс это называл. И меня, вообще говоря, очень насторожило выступление наших товарищей, которые я бы назвал воинствующим мракобесием. То, что бойцы, а средний красноармеец имел 4 класса образования, и, кстати, в том, что он противостоял немецкому пехотинцу в среднем с 10 классами образования, кроется причина многих наших неудач на начальном периоде войны, и не мог, не было времени изучать науку логики. То, что рабочие, которые по 11 часов трудились в ужасных условиях, у нас вот было на позапрошлом занятии экскурсия в музей, Нарвскую заставу, нам там рассказывали, в каких условиях трудились и жили рабочие. И товарищ Малецов здесь сидит в теплом помещении с лампочкой, где можно, так сказать, почитать науку логики. Можно компьютер с интернета, можно включить компьютер, где телетрансляция идет с занятий кружка по науке логики. И отрицание этой необходимости и прикрывается вот этими людьми, которые не знали науки логики и гибли, так сказать, героически, будучи коммунистами, и спрашивать, вот а я такой же, вот они, вы не такой же, товарищ Малецов. У них объективно не было возможности для изучения науки логики. А вы здесь занимаетесь воинствующим мракобесием. Вот. И, значит, и что вот мы видим? Да, вот люди героически выиграли войну. И что? А вот те же самые фронтовики, которые еще в 50-х годах были крепкие, были в силе, они что, остановили хрущевскую контрреволюцию? Нет, не остальные, они хрущевскую контрреволюцию. И что мы это самое видим? Что не сдали в 80-х годах и раньше, и до этого, вот этот период от Хрущева до Горбачева, не были сданы все завоевания октября, и не пришел август 91-го? Пришел. И все вот эти героические коммунисты, которые вот они знамя высоко держат и все такое, все они сдали, все они, я не буду даже говорить, что сделали. Так что поэтому я бы все-таки сказал, что на канале Фонда Рабочей Академии, на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Видеотека» есть ссылки на занятия с изучением науки логики Гегеля. И я бы призвал, так сказать, на этих занятиях присутствовать. Да, мы там жуем подолгу одно и то же. Там все это так идет, но вот человек, познавший вот это, он даже не будет такого говорить, такой глупости, что приведено 20 определений или сколько-то там диалектики. Не может быть 20 определений чего-либо нибудь. Определение по определению может быть только одно. Это вот Ленин там приводил для примера всякие, так сказать, высказывания, суждения, которые там люди до этого считали определениями. Но определение вообще может быть только одно. Диалектика – это наука о противоречиях. Логика, изучающая основные законы познания, а диалектическая логика – это такая наука, которая изучает это в противоречиях. Спасибо. Ну вот все. Кто желает выступить? Да? Пожалуйста. Я в двух словах хочу сказать о том, что очень интересная, хорошая тема. Единственное, что Кирилл Валерьевич, он такой же слушатель или такой же
ученик, как и все остальные, которые занимаются у Михаила Васильевича Попова. И я скажу, что здесь были многие вопросы заданы, не по теме. То, что надо было, он тему эту раскрыл. Вот. Но чтобы понять, чтобы задавать вопросы, надо как-то хотя бы понять простейшие категории. Вот как вот и Иван Михайлович сказал, хотя бы что такое бытие, что такое ничто или нечто, или что такое определение. Вот если просто я скажу сейчас, что такое определение, кто-нибудь сможет повторить сразу, что определение – это качество, которое в себе, в простом нечто, и сущностно отличается от этого бытия, в нем, как в нем бытие. То есть надо просто начинать хотя бы с простого. Только тогда можно понять, и меньше будет вопросов. Как мы вот говорим иногда, если мы вот возьмем сложное что-то, его надо упростить. Возьмем с велосипеда. Много кто задаст вопрос по велосипеду, да там все ясно. А вот возьми машину уже там или паровоз, там уже сложнее. Поэтому надо еще начинать с простого. Все, спасибо. Лекцию, которую мы прослушали, она требует определенного уровня подготовки. Поскольку я читаю работу Михаила Васильевича «Социальная диалектика», то я понимаю, так сказать, о чем шла речь, потому что там эти категории подробно рассмотрены. Но те, кто читает эту книгу, я полагаю, что ничего нового, так сказать, товарищ нам не дал, то, что там есть. Более того, свое собственное восприятие, да, вот, так сказать, диалектики Гегеля и некоторые выводы, которые мы здесь услышали, они не совсем правильные, с моей точки зрения, некорректные по отношению к тем людям, которые доказали своей практической, так сказать, борьбой, что они являются коммунистами, не зная диалектики Гегеля. И коллега, который почему-то меня обвинил в мракобесии, непонятно на каких основаниях, я вроде как повода такого не давал. Потому что я не считаю, что не надо изучать логику Гегеля. Ну, чем больше мы изучаем, тем богаче становится, так сказать, наш творческий потенциал, мы более, так сказать, способны его раскрыть. Кто же против этого выступает? Нет. Я просто выступил против вот этого неправильного тезиса, на мой взгляд. Да? А в целом, я полагаю, что имеет смысл более подробно, значит, рассматривать этот вопрос, так как это делает Михаил Васильевич в своей работе. Спасибо. Ну, сейчас вот. Я потом. Да. В нашем университете мы несколько раз рассматривали вопросы методологии, столовой диалектики. И так казалось, что даже как будто многовато мы рассматривали. Но вот сегодняшняя лекция и ход ее обсуждения показывают, что нет, не многовато. Вот, что правильно, что надо еще раз поднимать этот вопрос, как один из важнейших. И особенно мне в сегодняшней лекции понравилось, что наконец подтягиваются к обсуждению с лекторских позиций к этому вопросу молодые силы, которые недавно вот так вот сидели, учились, входили в это дело. Теперь сами уже могут прочитать лекцию по этому труднейшему вопросу. Вопросу методологии и диалектической методологии. Да, Владимир Ильича вспомнили, что он 44 года начал изучать диалектику. Но это он повторно начал изучать 44 года во время войны. Во время написания «Империализма как высшей стадии капитализма» и в этой работе видны следы изучения науки логики. Но он изучал и в середине, значит, нулевых годов, когда писал работу «Материализм и империокритицизм». Он в то время тоже изучал подробно уже науку логики, правда, мало. Теперь, и в начале он в 90-х еще годах он с Гегелем кратко был знаком. Но, если вы помните, я в своей лекции проводил мысль, что и сама диалектика, логика диалектическая, она моментами начиналась еще с Платона и Аристотеля. И вообще понятийное мышление, оно
базируется на логике. Почему? Потому что понятие, эти понятия есть единство всеобщего, особенного единичного. Поэтому все, кто имеет дело с понятиями в науке, они так или иначе, значит, диалектические моменты познания касаются, используют, хотя и не делают это сознательно. Сознательно это сделал впервые Гегель. И о важности гегелевской диалектики для марксизма мы говорили, значит, неоднократно. И вот сейчас мне вспомнилось еще одно такое выражение, которое говорит о важности науки и логики для познания и для борьбы, в том числе для нашей коммунистической борьбы. Я, кажется, его говорил, но полезно здесь напомнить, что английский историк Карр говорит, что во Второй мировой войне сражались две школы гегелизма – русская и немецкая. Русская оказалась сильнее. Почему? Потому что, это уже я комментирую, потому что в 30-х годах, начиная с 30-х, даже с 29-го года, в России впервые на русском языке, значит, впервые на иностранном языке, на русском, значит, была публикация собрания сочинений Гегеля. Поэтому русский народ и, конечно, его культурнейшая часть, в том числе генералитет, там красная профессура, они изучали науку логики и шли на войну с прогрессивным научным мировоззрением. А немецкие солдаты, хоть вроде они там знали Гегеля, что-то слушали, глубоко не изучали. Мировоззрение религиозное, поэтому они духовно и душевно уже проигрывали. И, конечно, там в поднятой целине Кондрат, помните, в партию вступал. Конечно, он не только Гегель, а он и классов-то не кончал. Но в партию и был коммунистом, и хорошим коммунистом, мы были уверены. И тогда, конечно, было не до этого, хотя была система учебы и в красной профессуре, и всеобуч, и, значит, всеобщая ликвидация безграмотности. Много было форм учебы. В том числе Иосиф Сырёныч написал о, значит, диалектическом материализме в кратком курсе ВКПБ. И о диалектике там вспомнил. Четыре черты диалектики, за которые еще некоторые и критиковали. Но сегодня в наших условиях, понимая и зная все это, не изучать науку логики, ну, это действительно, это не серьезные коммунисты. Серьезный коммунист не может себе позволить пройти мимо науки и логики. Поэтому, значит, спасибо товарищам организаторам, что так, значит, часто ставят вопросы методологические, нашему ректору, что он нас еще раз просветил и окунул в этот вопрос. Пожалуйста. Да и я не знаю. Вы хотите, чтобы услышали это? Да я громко говорю. Вы все, многие, наверное, слыхали такое понятие, как ирония истории. Первый сказал Гегель, потом он стал повторять Энгельс. Это есть сама диалектика. Борьба противоположностей в их единстве. То есть люди хотят что-то одно, получается совсем противоположное. И вот, например, царизм, сам того не желая, подтолкнул очень революцию. Создал диалектическое противоречие. Указ о кухаркиных детях. То есть люди из простонародья не могут занимать высокие должности и нечем ходить в университеты. А среди тех простых людей было много талантливых, честолюбивых. У них произошел взрыв пассионарности, революционности. Много евреев было, кстати. И вот поэтому, а потом произошла Великая Октябрьская революция. Пожалуйста, свободное развитие всех и каждого, прямо по Марксу. И вот люди, способные, желавшие заниматься умственным трудом, они пошли учиться дальше. А вот те, кто в школе учился плохо и не имели интереса, они пошли в рабочие. Вот Александр Сергеевич мне тогда сказал, я сам был рабочий, правильно, были, а потом взяли и ушли. И вот так, благодаря социализму, прошла ирония истории. Рабочий класс умственно деградировал, оттуда уходили люди. А рабочие они, кстати, неплохо жили при социализме. У них высокая зарплата была, и все такое. Но они, ну я что, их не знаете, Нет. Я их вот сколько навидал. Вы стали учеными. Правильно, стали. А вот если вы остались среди рабочих, заканчивали заочные институты, а среди коллективов рабочих доводили эту императорскую там диктатуру, гегемонию, историческую миссию. А вы ушли, а рабочий класс сам не способен выжить. Вы ушли-то никуда, да, все время, значит, а рабочий класс, а вот остался таким беспомощным. Нет, мы ему служили, мы вместе. Ну, разрыв был большой. И считаем себя образованными рабочими. Ну какой же вы рабочий, когда вы ушел, ну, там, профессор, кто там, вы уже не рабочий. Ну, да.
Что же пьяница такую цивилизацию вы построили, по вашему мнению? Вопросы надо директору. Вы видите, она рухнула. Вы видите, цивилизация рухнула. Рухнула. Она возродится. Когда Хрущев отменил это там свое, рабочий класс не стал сопротивляться, потому что он был неграмотный. Он не собирался за власть бороться абсолютно. Спасибо. Вот это диалектика есть. Кстати, секунду. Но не по теме же. По теме диалектика. Народ простой тоже понимает диалектику. Вот. Нет худа без добра. Владимир Абсолютович, вообще дорога в ад. Так черно таких пословиц. Понимаете? Спасибо. Кто еще живет? Герой страна. Страна стала. Держава стала. Я хочу, товарищи Лев. Индустрия. Я сам в этом же помещении, сегодня четверг, а в понедельник я читал лекцию, в том числе и о диалектике. Будучи преподавателем философии, я посчитал, что я имею на это. Правда, опыта такого, может быть, я не имею, но старался. Но я бы себе никогда не позволил говорить того, что не является истиной. Я бы прежде подумал, истина это или нет. А товарищ Юрков, да, себе позволяет. Например, он сказал, марксизм – это исторический материализм. Фридрих Энгельс в своей работе «Развитие социализма от утопии к науке» говорит, заканчивая вторую главу вот этой небольшой работы, что превращение социализма из утопии в науку произошло тогда, когда были два открытия, сделаны Марксом. Открытие исторического материализма, это правильно, да? Но и открытие прибавочной стоимости. Извините, значит, марксизм – это не только исторический материализм, это не полное. Это какое-то куцое определение марксизма. Можно с ним на аудиторию выходить? Мне задали этот вопрос, между прочим, кто присутствовал из наших товарищей, тот знает. Что такое марксизм? Я не взялся ответить сразу на этот вопрос. Я был к нему не готов. А товарищ готов. За такую лекцию я бы, будучи преподавателем, поставил единицу. Но это не надо. Мне же это мало. Дайте минус. Да, третий минус. Будьте добры, дайте. Оружие отдайте. Какой? Микрофон. Я бы за такую лекцию, будучи преподавателем, профессором Института философии СПбГУ, поставил бы отлично. Но у нас не экзамен. У нас не экзамен, и я думаю, что вот диалектика прежде всего учит нас тому, чтобы понять, что в каждом вопросе или в каждом высказывании, которое может быть кажется неправильным, неверным или ошибочным, всегда есть то, что является правильным и неошибочным. И в каждом надо видеть противоречие. Поэтому я думаю, что если, скажем, к лектору задают неудобные вопросы, то если он, так сказать, вполне отвечает на эти вопросы, это проблема лектора, и он должен над этим работать. Потому что что значит, там, дескать, не те вопросы, не те люди пришли, или, скажем, они не так выразились. То есть в любом случае человек, так сказать, владеющий диалектикой, должен демонстрировать, что он, так сказать, любые вопросы может на основе такой великой методологии разрешить. Поэтому я думаю, что лектор должен радоваться каждому вопросу, чтобы на этом вопросе как раз показать, что вот есть такое великое учение, которое позволяет и этот вопрос прояснить, и этот, если он может прояснить. Ну, чего не может, то скажет, что как вот и делал лектор в некоторых случаях, говорит, я вот начинающий сейчас. Я вам проще говорю, меня спрашивают, а почему вы не можете объяснить? Ну, дурак, я вот не могу пока. Сюда. А дальше уже что ж меня, кто с меня больше будет требовать тогда? То есть я думаю, ничего страшного не будет в том, потому что если человек знает,
диалектика. Он знает, что если что я дурак, то некоторые скажут, начнут сопротивляться, сказать, не такой уже дурак. Уже какое-то движение будет в твою же пользу. А если будешь ты доказывать, что ты такой шибко умный, то люди будут говорить, наверное, ты, наверное, дурак. Потому что если так, ты такой сильный, круглый, умный, то, наверное, круглый и придет в голову другое. То есть я хочу сказать, что вот само это занятие, и я думаю, что ничего страшного нет в некоторой... Это называется еще и заострение дискуссии, потому что диалектика – это наука еще и о споре. Поэтому я думаю, что мы вот некоторое обострение, которое было, должны рассматривать как некоторые основания к тому, чтобы, так сказать, подвести некоторые итоги и более точные формулировки принять. Например, я бы еще короче, например, во-первых, я выразил бы несогласие с некоторым очень, мне кажется, не совсем диалектическим пониманием капитала. Что капитал, дескать, это первый том – это бытие. А что тогда второй, что ли, сущность? Это обращение, торговля – это сущность, что ли? А тогда третий том – это что, понятие? Это то есть, когда мы там и торговли, и банки, и все. И когда уже закон стоимости там в являющемся виде, как закон цен производства, я думаю, вот это схематизм. Потому что если мы берем понятие метода у Гегеля, то, как вы знаете, я знаю, что вы знаете, что метод есть по Гегелю – это осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. А если предмет другой, вот скажем, Маркс пишет «капитал», если он изучает способ производства, то движение категории, во-первых, там другие категории, другое содержание и другое выведение. А вот просто прикладывать, вот была такая ошибочная позиция у наших философов, которые писали о капитале Маркса, и единственную работу, которую я могу посоветовать, который написан диалектически в этом смысле о капитале. Это работа Смирнова Игоря Константиновича «Экономический закон движения капитализма». Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса. Единственную. А все остальные просто вот, бытие – это вот товар, это бытие. Там деньги – это уже там, наличные бытие, особенно наличные деньги и так далее. И поехали. То есть я думаю, что в первом томе, начав с бытия капиталистического богатства, то есть с товара, Маркс углубился в первом томе в сущность. И раскрыл сущность капитализма в первом томе. И явление совсем не такое. Никто по стоимости в являющемся мире ничего не продает. Все продают по ценам производства. Кто-то дочитал до третьего тома «Капитала», прекрасно знает. А сущность именно такая. Если мы возьмем, вот все будем брать по стоимости, как вот, так сказать, первоначально при равенстве стоимостей, когда все товары продаются по стоимости, то мы получим, вот как только появляется новый товар, товар, который обладает свойством создавать стоимость, то у нас появляется и вот то, что составляет сущность капитализма – это капиталистическая эксплуатация, прибавочная стоимость – это тоже стоимость, прибавочная стоимость. Это вот один вопрос. Мне кажется, вот это вот такой момент, который нужно иметь в виду, так сказать, раскрытие движения категории. Потому что третий том, можно сказать, что это действительное, то есть являющийся капитализм, как он есть в явлении. А первый том, он начинает с бытия, потом уходит в сущность, а к явлению мы начинаем переходить во втором томе, потому что тогда мы не одно такое производство и обращение, надо еще и продать этот товар. И наконец, мы приходим к являющимся формам, и вот эта вот сущность проявляет себя уже как являющаяся сущность. А являющаяся сущность есть явление и затем действительность. А действительность – это то, что капитализм должен превратиться, это та тенденция, которая есть на поверхности явлений, что капитализм должен превратиться в прямо противоположное, в то, во что он есть в себе. Это первое. Теперь второе. Вот по поводу той очень острой дискуссии, коммунист или не коммунист. Во-первых, очень аккуратно Ленин высказывался по этому поводу. Аккуратно. Не так резко, я бы сказал. Он говорил, что капитал должен стать настольной книгой каждого сознательного рабочего. А потом Ленин писал, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Значит, у него Ленина речь идет, что вполне нельзя понять. То есть не вполне люди поняли. Конечно, люди рабочие, которые, как говорится, как говорят, если стук в дверь, то они бутылку на стол, а капитал под стол, как говорят. А при Горбачеве наоборот. Стук в дверь, бутылку под стол, капитал на стол.
То есть все-таки народ-то изучал капитал. И вот те люди, которые возглавили революцию, коммунисты, они, конечно, капитал читали. Коржановский говорил, тот три тома капитала прочитать не сможет, то чего из него настоящего не получится. Он даже так говорил. Очень резко тоже говорил, но о капитале говорил. По науку логики не говорил. Но Ленин тогда уже, вот когда он уже чувствовал, так сказать, приближение своей смерти, тогда уже говорил, уже после того, как он имел некоторый опыт создания революции и перебирал кадры, которые остаются, как говорится, наверху и являются руководящими кадрами. Он тогда уже перебирал все кадры, и получается так. Троцкий не большевизм, так, Пятаков молодой хватает администраторским всяким там увлечением. Теперь Бухарин вот единственный вроде как теоретик. Да, и законно считается любимцем партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. И вот это-то мы и наблюдали потом. Не на Бухарине только, когда люди считались теоретиками, но их теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. У нас теоретиками стали выступать просто секретари. Первые секретари. Или секретари по идеологии. Вот они выступали теоретиками, они писали про марксизм. Они больше секретарей. Да. И хотя последний, который писал действительно произведение, это ну, такие, которые можно считать вполне марксистскими, это Сталин. А дальше же кто-то им писал. Ну, кто-то писал же и Хрущеву. Но была такая трагедийная ситуация, которой мы все свидетели, что на 22-м съезде то это решение единогласно принято было выбросить из марксизма диктатуру пролетариата. Но тот человек, который это делал, то есть или это не коммунист, он решил, что так можно, вот тот человек, который понимал неразрывную связь всех категорий, что нельзя выбрать это, взять и выкинуть самое главное, потому что самое главное в марксизме – это диктатура пролетариата. Ну, значит, вообще выбросить, выплеснуть весь марксизм. И вот сейчас мы в положении людей, которые потерпели поражение. Ну, как представители, вот, так сказать, коммунизма. Мы же потерпели поражение или мы победили? Ну, вот о разбитой армии, говорил Ленин, хорошо учиться. Вот в этом смысле, как призыв хорошо учиться, я и воспринимаю некоторые резкие высказывания, не более того. Так? Понятно, что сегодняшнее, это более развернуто, по-моему, изложил Александр Сергеевич, и понятно, что если раньше мы могли всякие делать скидки, скажем, для человека, который участвовал в войне, у него было основание, почему он не читал диалектику. Или, как Маяковский говорил, мы диалектику учили не по Гегелю. А у нас, вот я вот 45-го года, я все время жил, как сыр в масле катался при социализме. Какие у меня основания не изучать диалектику? Я и рабочим-то не был, между прочим, но кроме как в школе изучал, там мы проходили 3 года, так сказать, по 2 дня в неделю работали в политехнической. Какие основания у меня или представителей моего поколения основания не изучать диалектику? Как нам-то оправдаться? Никак нам нельзя оправдаться. Поэтому я, например, даже для того, чтобы оправдаться, по крайней мере, на себя такую обязанность взял. И я думаю, что мы сегодня для тех, кто хочет восстановить социализм, конечно, такое требование должны предъявить. В более мягкой, более острой форме научиться, конечно, надо. Это ясно. Я думаю, на эту тему никто и тут не спорит. Есть такие, которые говорят, не надо изучать диалектику? Нету таких, поэтому не будем. То есть, немножко заострили. А вот один вопрос, который, я думаю, надо обсудить, может быть, который вот Иванов поставил, об определении того, что же такое марксизм. Я думаю, что это вот очень важный вопрос, потому что я бы даже еще упростил его, потому что, чтобы на него проще ответить, можно сказать, вот одним словом, если определять марксизм, что такое марксизм? А если одним словом, материализм? Диалектический. Нет, это 2 слова. А я спрашиваю, одним. Да никто вас... Вот, я думаю, что мы должны еще, кроме вот таких лекций на 40 минут, мы должны еще и не ответить. Вот если, скажем, нас спросят, а зачем изучать эту науку логики? Ну, чтобы марксистом быть хорошим, коммунистом, чтобы быть хорошим. Достаточно. Это нормальный вопрос. Потому что если вы на митинге или там где-то к вам подойдут и спросят, и вы начнете говорить им там долго-долго-долго, с вами никто разговаривать не будет. Это здесь вот люди разговаривают. Это люди, которые, так сказать, обученные, это, так сказать, кадры партийные, так сказать, формальные или неформальные.
Ну вот на этот вопрос, конечно, что такое? Это материализм. Какой? Современный материализм. Современный. А какой современный? Исторический материализм. А что, так сказать, учение об обществе не включает в себя природу? Потому что, как сказать, природу, которая есть основа существования общества. Если я хочу вот вас изучить, я должен изучить вас, должен изучить то, что на вас влияет, еще должен ваше влияние на все изучить, в том числе и на природу. Правильно? Поэтому, когда говорят исторический материализм, имеется в виду, что, конечно, природа, изучение природы сюда не отделяется. А как вы можете человека отделить от природы, если человек определяется как животное? Социальное животное. Да. Общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Но животные же. Некоторые, которые с этим не согласны, я им говорю, вы что, растение? Ну а как еще раньше? И по-другому. Поэтому я думаю, что этого достаточно. Но можно сказать, что это исторический материализм. А исторический материализм не когда он был открыт, а когда он был, стал наукой, Ленин специально на этом останавливался, он стал наукой после капитала. Вот как только он был подтвержден политэкономией, вот после этого, этот самый, это открытие исторического материализма, которое в немецкой идеологии было именно открытие, и немецкую идеологию издали в 1935 году. Маркс и Энгельс ее не видели изданной. Они ее предоставили грызущей критике мышей, поскольку мне приходится сейчас преподавать, там, значит, я открываю, там видно картиночка, прямо вот так, как мыши изгрызли часть рукописи, так это и снято. Так, конечно, это было открытие, но когда это стало не открытием, а доказанным фактом, и тем самым марксизм стал доказанным, весь политэкономия, она, так сказать, сама по себе была доказана капиталом, благодаря капиталу исторический материализм стал доказанным, а диалектика проявила себя в капитале прежде всего, а не в виде, так сказать, таких вот заявлений, манифестов. Что такое манифест? Это объявление, заявление. Коммунистический манифест – это не научное, так сказать, доказательство, это объявление, так сказать, о том, что мы наступаем, и что вот мы заявляем, что пойдем таким путем. Это все обосновано окончательно, научно, доказано навсегда. Как теоретическое обоснование, это, прежде всего, капитал Маркса, и, скажем, сюда же можно взять происхождение семи частной собственности государства Ленина, Энгельса, антидюринг и диалектику природы. И мы тогда получаем вот основной корпус. А когда люди ссылаются на книги, какие-то разные статьи или отдельные высказывания, это, конечно, тоже можно все принимать во внимание, но нужно понимать, что есть теоретические произведения, а, скажем, вот иногда подходит и спрашивает, а вот он там про русских, про русский народ, там про Россию плохо высказывался. Меня спрашивают, как к этому относиться? Я говорю, не читайте письма. Весь разговор. Вот есть 55 томов у Ленина, из них 45 произведений и 10 томов писем. Ну, не читайте письма, и, по крайней мере, сейчас не читайте. Когда все прочтете, тогда начинайте читать письма. Потому что нельзя это выдергивать письма, и, так сказать, начать с них изучать и как-то их истолковывать как самостоятельные произведения. Я думаю, что вот таким образом вопрос решается. Потому что самая сложная задача, которая была вот перед выступающим, ну, представить марксизм не как, так сказать, три кусочка, из которых потом надо сшить еще их три части, одну часть прицепить к другой части, к третьей части, а как они соотносятся. Вот можно их только взять, соединить, только если взять как материализм все, причем как исторический материализм, который обосновывается политической экономией и капиталом Маркса. Тогда все будет в порядке. Так что я думаю, что в принципе это правильная постановка, хотя это никак не отрицает того, что сказал вот товарищ Иванов в отношении того, что можно сказать и другие суждения о марксизме. Только надо понимать, что есть суждения, их много может быть, но определение, конечно, одно. Спасибо за внимание. Михаил Васильевич, можно вам вопрос? Да это неправильно. Это на моей лекции. На который не мог ответить товарищ Левко. Все-таки, что имел в виду Ленин? Нет, у нас так не было. Когда он говорил, на моей лекции мне вопросы задали. Вы руководитель. После занятия, пожалуйста. После занятия. У нас вопросы, выступления, заключительное слово. После занятия, пожалуйста, дискуссия свободна. Дорогие товарищи, я хочу всех поблагодарить за продуктивную, мне кажется, дискуссию, которая здесь произошла. И в заключение я хочу вернуться к вопросу о Ленине и то, что он диалектику начал изучать только в 44 года. Так вот, можно сказать про Ленина, что, и, пожалуй, только про него одного, что он был стихийным диалектиком, конечно, до этого. То есть он... Что за чему? Не, я имею в виду, что... Он диалектиком был и до этого, только систематически
Он начал изучать 44 года диалектику. Естественно, он был диалектиком и применял ее в своих ранних работах. Это можно увидеть. Все, спасибо большое за внимание. Вот у следующего занятия. Значит, у нас перенос занятия. Профессор Огородников будет 18 декабря, через неделю. А в следующий четверг у нас семинарское занятие. Тема занятия, внимание, тема социалистическое, непосредственно общественное хозяйство. Литература, которой можно воспользоваться для того, чтобы подготовиться к семинару. Четыре работы. Мы подобрали те, которые можно найти в интернете сходу на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Три. Первое. Уроки и перспективы социализма в России. Авторы Долгов, Ельмеев, Попов. Вторая работа. От закона стоимости к закону потребительной стоимости. Третья работа. Попов Михаил Васильевич. Планомерное разрешение противоречий развития социализма на первой фазе коммунизма. Эти три работы, повторяю, находятся в разделе «Библиотека» сайта Фонда Рабочей Академии. Есть еще одна работа «Выбор нового курса». Вот ее надо, видимо, где-то найти, пока не могу сказать. «Выбор нового курса». Пожалуйста, вот подготовиться к следующему семинарскому занятию.